Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю нежный, сочный, простой салатик, который всегда получается очень вкусным и смотрится на столе красочно и по-праздничному, а готовится совсем легко и быстро. Отварную куриную грудку измельчаем на кусочки. 2 яйца нарезаем мелким кубиком. Пятьдесят грамм сыра натираем на крупной терке. Выкладываем в тарелку измельченную курицу, яйца, нарезанные кубиком, тертый сыр, немного солим и добавляем майонез. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем салат на тарелку в форме котлеток. Сверху добавляем кольца ананаса и слегка придавливаем. Украшаем любыми ягодами, у меня замороженная вишня. А также по желанию можно украсить петрушкой и укропом. Наш чудесный салатик готов, можно подавать к столу. Получается очень сочный, нежный, немного сладковатый, что придает изысканный вкус салату. Рекомендую вам попробовать сделать. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно. Всем желаю отличного настроения и приятного аппетита. Удачи, пока-пока!